льняного или темно-серого цвета. На каждый день девочка может одеть голубую блузку, мальчика голубую рубашку. А парадная – это белая блузка и белая рубашка. Обязательно однотонные колготки и строгая обувь. Жилетку. Мальчик может надеть брючки и жилетки, но обратите внимание, что жилетки обязательно должны быть тканевыми. Волосы у девочки обязательно должны быть собраны. Спортивные кроссовки, но не тяжелые. Для занятий физкультурой на улице в теплое время года мы предлагаем спортивный костюм.